Дело в том, что когда мне говорят о истории как таковой, а я как человек, который давно уже занимается альтернативными всякими потоками историческими, давно уже читаю лекции на эти темы, я могу вам сказать вот так. История была. Мы должны выбрать какую-то историю, одну, которая нас устроит, зафиксировать ее во всех учебниках и больше не заниматься ерундой. Мы можем бесконечно оттаскивать какие-то новые пласты. Хорошо, давайте ее периодически будем переписывать, но опять же для всех, объясняя, почему мы ее переписали. Потому что вскрылись новые факты. Но вот так вот, с различных точек зрения подходить к одной и той же истории, мы опять в очередной раз придем к большой ругани и скандалу.